Русь Лозова, що на Харківщині стратегічно важливий населений пункт. І саме звідти рашистські війська вели обстріл Харкова. Село звільнили від рашистів штурмові підрозділи головного управління розвідки і спецпідрозділ «Кракен». І далі подивимося разом з вами унікальні кадри деокупації Руської Лозової. І як працюють наші передові підрозділи, як б'ють ворога і як допомагають місцевому населенню. Випускай Кракена. Два человека всегда смотрят окна, один влево, другой вправо. Через 30 должна была выйти вторая группа. Четыре машины какой-то хуйни поедет. Я вот выключил еще подъехал. Вот сюда. Один тут остается. Я подумал, что они слева где-то. Дайте сектор для браунинга. Где мы фиксируемся, ставим позиции. Эти. И сегодня. А, кстати, и пускай. Заезжайте, заезжай, заезжай. Хорошо. Не сильно. Главное, не кровотечение. Цепануло просто. Легче. Фу, вроде да, поехали. Thank you.
дурак. Давай сюда. Парни, может я ему дам какой-то. Все будет хорошо, нормально лежу. Кракен. Их тут нет, блокпост слева. Так. Портфельчиком, да? Ага. Оп. Об эвакуации сейчас нет. Спешимся, да? Больше будет. Парни, смотрите дом слева. Забирай. А ты туда пошел, пошарьёбец? Подождите, пацаны, блядь, не толпите. Это видео, да ты воруешь, блядь. Оборовываешь русский народ. Камазик. Целый БКшечки. На воровать в русских. Жили мирно, все, спокойно жили, мирно, работали, работа была, все было. Дети поразъезжались, все. Что они наделали это вообще? Ну это вообще святое ничего. Фашисты же. Спасибо. Они автобусы. Один раз все равно не залезут, понятно? Не, я не могу, я живу, держу, все вывод. Да, русские даже по-русски писать не умеют. Только ни разу махуй. Посмотри.